Я люблю записывать начало влога именно вот так, а не за кадровым голосом, поэтому почему бы нет? Это влог, он будет вечер 6 марта, то есть вечером 6 марта некоторые вставки того, как я работаю, да. И еще 7 марта, я не знаю, возможно, я включу 8, я типа снимаю его в середине 7 марта, поэтому я еще не уверена, что там будет, я не уверена вообще, выйдет ли он, потому что у меня есть привычка забрасывать эти влоги, так как я практически ничего не делаю за день, типа, мои влоги, если бы они обычно были, то это было бы школа, я ем, я работаю, я сплю, конец. О боже мой, я чуть не снесла рядом подарочек. Вот. Но я думаю, я его выложу. Осталось только его смонтировать вовремя. Да, ну, типа, в принципе, смонтировать это энергозатратно. Довольно-таки. Сейчас еще что-нибудь запишу разговорно. Я хочу поговорить. Why not? Why not? Мне нужно смонтировать еще одно видео. Это видео с урока. Да. И у меня нет как-то сил на это, что ли. Ну, типа, они с одной стороны, типа, а что я делаю? Да ничего особенного. С другой стороны, у меня сейчас исследовательская. И мне нужно еще заниматься, поэтому... Ну, как-то... Я попытаюсь это сделать, да, я очень хочу это сделать. Это довольно весело. Вот. Вот. И еще этот нужно будет смонтировать, собственно. Вот. А так... Все круто, все классно. Мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, потому что... Я не бездельничаю. Типа, у меня очень частая проблема, я хочу что-то делать, но я не понимаю, что делать. Я не знаю, возможно, это что-то странное, но да. Такое действительно есть у меня, и вот так. А сейчас я занимаюсь хоть чем-то, и это очень круто. Вау! На этих кадрах я просто работаю, я слушаю музыку, немножко потанцовываю, всякое такое. Короче, не сидим спокойно, но работаем. Моя работа заключается в том, чтобы выкладывать те видео, что мне отправляет сестра в ее другие соцсети. Я не уверена, есть ли такая вообще профессия, как она называется. Ну, по сути, я ее веду ее аккаунты в некоторых соцсетях. И также я делаю ей дизайн для каких-то вещей, для чего надо, для того и делаю. Это, по сути, вся моя работа. Тут я просто красуюсь, ой, какая я красивая, вау. А что еще сюда добавить? Все, помахали, лапу сделали, молодцы. Еще пис, вау, круто. Тут я опять работаю. Это будет очень работающий влог, потому что я буквально просто сижу за компьютером постоянно и делаю все, что надо мне. Вот, тут я уже не выкладываю ей видео, как в прошлом кадре с моей работой. Тут я делаю ей дизайн логотипа. Вот, да. Да? Это, по сути, все, что я тут делаю. Вообще, я довольно много, что называю, работой, типа, то, что я много чего делаю, я просто называю это работой. Наверное, это не совсем так, как обычно это понимают, то есть, там, я делаю работу, это я там могу делать исследовательскую работу, могу вот эту вот работу делать, могу что-то еще делать. Для меня это все одно и то же. В плане одно и то же слово, но не одно и то же действие. Это действительно разные действия, но называю я их одинаково. Тут я уже иду в школу, и я включила стабилизацию, ибо я очень трясу камеру. Это просто ужас. Да.
Тут я не знаю, что происходит. Видимо, я открыла свой любимый ракурс. Просто показываем язык. Очень круто, спасибо, очень весело. Просто кусочек срока физики, потому что почему бы и нет. Опять флот? Ты еще первый не спонтировал. Ну, там был. После нашего небольшого диалога я просто стала записывать то, что там надо записывать. Привет, Миви. Я даже не заметила, как она это сняла. Да, и супероператорская работа. Вау, круто. Тут нам подарили подарочки в честь 8 марта. И это такой маленький обзорчик. Вот такие вот пакетики сладенькие и шарик. Я в телеге говорю, что мы сделали телеграм. Чай я попробую подарить. Тебя солила. Да. Боже, ты выглядишь так вкусно. Это извиняюсь. Кушать. Можешь кушать сейчас. Спасибо за развлечение. Главное, не переешь. А, сладкого много нельзя. Да? От сахара. Может, что-то еще сахару сказать? Давай, послание говори моим подписчикам. Это, если тут девочка есть, поздравляю с вас. Убери. Поздравляю с вас. Да, убери ты. Поздравляю с вас, Мартом. Желаю всего хорошего, доброго. Да, уберите. Это я уже иду домой такая счастливая. Этот шарик ужасно сдувает ветром. Он у меня дважды чуть не улетел. Привет. О боже. Обзор на подарочки. Шарик. Да. Меня уже этой палкой и затыкали, и волосы шариком наэлектризовали. Нормально. Дальше вот эта вот штучка. Я не знаю, букетик сладкий. Рафаэлки, баунти и всякое такое. Я уже подъела чупа-чупсы, их было 5. А их осталось 2, и у меня еще один в пенале. Вот. Очень вкусные. Да. Единственный, почему нам их отдали в середине учебного дня, а не в конце, ну типа... Это неудобно таскаться с шарами и с букетами, которые еще и фиг куда положишь. Это не особо удобно. Эти шары, они лежали на партах просто, типа, это неудобно. Зачем? Эти шары, типа, валялись на партах, они очень много места занимают, они довольно большие. Я не знала, куда их положить, просто вот всю половину рабочего дня, когда нам их дали. Вот, это, ну, немножко минус, но, возможно, было вот... Только это время, чтобы отдать. Но, типа, все круто, все окей. Yeah. Как так? Тут мы играем с Миви в Roblox. Я еще ем чупа-чупсы из этого сладкого букетика. Очень вкусно. Вот. Я не знаю уже, что говорить. Поэтому просто смотрите, как мы играем.
Тут мы вроде все так же играем с Миви в Roblox. Мы пытаемся... Я пытаюсь понять, что вообще в этой игре как работает. Создаю супермодный скин, конечно же. Как без этого? Йоу. Вот. Я уже какую-то штуку в руках тереблю. Это липучки для стены вообще. Тут я не знаю, не помню уже, что я делала. Возможно, я опять работаю. Возможно, я просто смотрю видосики на YouTube. Возможно, еще что-то. Я не знаю. Очень непонятно, что я делаю. Еще очень забавно, но я заметила, что я довольно часто надуваю щеки, когда что-то вот такое делаю. Я не замечала этого раньше. Окей, это довольно интересно. Тут я довольно спонтанно решила, что мне надо подкрасить вот эту прядь у лица обратно в фиолетовый. Да. Вообще у этой прядки был довольно не очень цвет, какой-то зелено-синий. Короче, ужас. Ужас. Вот, поэтому я ее подкрасила. Она вновь фиолетовая, красивенькая. Вау-вау-вау. А тут я нашла распечатки котиков, и я их вырезаю. Раньше я занималась прям довольно сложным паперкрафтом, а сейчас только вот какими-то такими маленькими фигурками. Я прям опять ими довольно много занимаюсь. Очень красивые, очень милые. Вау. На фоне я смотрела дораму. Если не ошибаюсь, она называется «Сила». Очень интересная дорама. Я, правда, до сих пор ее не досмотрела. Я на 6-й серии 1-го сезона. Мне очень сложно дается вот просмотр сериалов и даже фильмов. У меня как-то не хватает концентрации. Вот. Но дорама очень интересная. Я очень хочу ее досмотреть. И мне интересно, что будет в итоге. А дорама вообще про то, как одну девочку булили в школе, а потом она отомстила или отомстит. Я пока что только смотрю. Да. Очень интересно, очень вау. Тут я просто уже показываю, что я сделала. Вот голова кота, тельце кота. Вот такое вот красивое, очень маленькое. Я очень рада этому. И вот прототип кота, который был. Как-то так прошли мои полтора дня. Надеюсь, это было довольно интересно смотреть.